солнечной и сухой осенней погоде дорожники радуются как никто другой. Из-за дождливого августа сроки немного сдвинулись. Сейчас приходится нагонять график. В среду специалисты Ивановской мэрии проверили ход дорожных работ на проспекте Текстильщиков. Здесь ремонтируют участок от улицы Лежневской до пересечения с улицей Шубиных протяженностью 2175 метров. На данном объекте это более километра асфальта, замена асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, пешеходные переходы, дополнительное освещение, индивидуальные неровности, совмещенные с пешеходными переходами. Ну, вот так называемые элементы безопасности. Главный такой элемент, который вскоре появится здесь, на нерегулируемом пешеходном переходе, это, конечно, островки безопасности. Они будут выполнены из гранита и оборудованы специальными противотаранными устройствами. Длина островка с учетом закруглений составляет 9 метров, а высота над покрытием проезжей части – 10 сантиметров. Для предотвращения наезда в темное время суток островок оснастят подсветкой. Завершить планируем, то есть к концу следующей недели подойти все окончательно. Знаки практически все выставлены. Сейчас доставляют еще Г-образные опоры, подходят. То есть подошли только закладные, а самих опор еще пока нет. Ждем вот эти моменты такие. А всю красоту практически уже будем наводить на следующей неделе. Островков безопасности много не бывает. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в областном центре запланировано обустройство 5 таких объектов. 2 на проспекте Текстильщиков и 3 на улице Фрунзе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.